Внимание на старт. Дансар скачки. Очень кучный прием. Ленардо. Фроссе выходит вперед дальним полем. Лошади очень кучно входят в правый поворот. Скачку повела Фелица. Ее захватывает Фроссе. Фроссе впереди, Фелица второй. На третьем месте Леди Крис. Скачку с преимуществом ведет Фроссе, Фелиса, Леди Крис. Далее на четвертом месте четвертый номер Эймери. На пятом Апулейка. 500 метров пройдено за 33,3 секунды. По противоположной прямой скачку ведет Фроссе. Фроссе впереди, на второе место выходит Леди Крис. Третий Фелица. На четвертом месте Апулейка. Далее Эймери. Половина дистанции позади, лошади входят в левый поворот. Фроссе с небольшим преимуществом впереди, на втором месте Леди Крис. Далее Фелица, 500 метров пройдено за 32,4 секунды. На четвертом месте Апулейка. На пятое место выходит седьмой номер Дарсия. По-прежнему Фроссе с преимуществом ведет. На второе место броском выходит Фелица. Фроссе выводит компанию на финишную прямую. Фелица второй. На третьем месте пока еще держится Леди Крис. 500 метров пройдено за 33,9 секунды. Скачку ведет Фроссе. Фелица на втором месте. Бросок делает дальним полем мисс Дансер. И по бровке Фелица захватывает лидерство и выходит вперед. Фелица приближается к финишу и выигрывает приз в честь таксистки Кэнди Флайер.